Показали Максимусу свой максимум. Ульяновские ватерполисты провели товарищеский матч со спортсменами из Казани. Игра прошла в бассейне «Спартак». Участники рады. Пандемийные ограничения наконец спадают. Бассейны открыты и можно проводить соревнования. Недолго думая, спортсмены из казанского «Максимуса» предложили ульяновцам спарринг. Ответ не заставил себя ждать. Выезды всегда, конечно, полезны, особенно поиграть. По сравнению с предыдущими годами, команда «Ульяновска» просто ошеломляюще выглядит. Мы им сегодня проиграли. Обидно, конечно, немножко, да? Но готов порадоваться за них. Для спортсменов подобные встречи – как глоток чистого воздуха. И главное здесь не победа, а практика. Сменить обстановку, увидеть игру соперника, отработать точность ударов. Я считаю, очень полезны такие товарищеские игры, товарищеские матчи, потому что часто мы играем только между собой, даже не меняя составы, и как бы интерес, может быть, немножко пропадает. А когда мы разбавляем игры такими соревновательными моментами, другими командами, или, может быть, какими-то выездами, то интерес прибавляется. Вот здесь, допустим, ребята, у них очень сильная физическая подготовка, то есть они выносливы, и в то же время у них очень мощные дальние удары. Команда «Максимус» уже успела зарекомендовать себя как профессионалы. Они считаются одними из лидеров любительских команд в Поволжье. Тем не менее, ульяновцы не ударили в грязь лицом и показали лучшую игру. Я очень доволен игрой своей команды. Все сыграли на максимум, выжили из себя все. Счет 12-5 показывает, в принципе, соотношение сил. Я рад, что нам удалось собрать такую команду. В мини-водное поло в Ульяновске играют много лет, однако активно развивать данный вид спорта ульяновцы начали около 5 лет назад. Сейчас секцию посещают почти 50 человек, а основная команда «Спартак» уже готовится к следующим играм. Спортсмены из «Максимуса» уже пригласили ульяновцев к себе на ответную товарищескую игру. А дальше игры чемпионата Приволжской лиги Национальной ватерпольной ассоциации. Дарья Сударева, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.